Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Сергій Жирнов, колишній офіцер КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії, спеціаліст з міжнародних відносин. Пане Сергію, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, Ірина! Вітаю усіх наших глядачів! Я запрошую всіх наших глядачів долучатися до нашої розмови в коментарях, ну а ми починаємо. Горячо любимый в Украине папа римский Франциск пригласил встретиться, не, наверное, более даже горячо любимого в Украине патриарха московского сия Руси Кирилла в ближайшие 2-3 недели в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае даже рассматривается такая встреча. И это не первое такое приглашение со стороны папы римского. Но вот на все приглашения приехать в Украину он до этого отказывался. Как вы считаете, для чего папе встреча с бывшим кагибистом, который при этом активно поддерживает российскую агрессию против Украины? Я это понять давно не могу. Это для меня совершенно непонятная вещь, потому что, мало того, он, значит, Кирилл работал на КГБ с самого своего, с начала своей профессиональной деятельности в качестве священника. Но хуже того, я Кирилл не считаю ни священником, ни патриархом. Потому что человек, который с кафедры в церкви призывает убивать людей, не может быть священником и не может быть христианином. Он даже не христианин. То есть это жуткий совершенно сатанист. И, кстати, в этом смысле в Российской Федерации все очень логично, потому что Путин на этой неделе помиловал 3 сатанистов, каннибалов, некрофилов. И вот это все логично. Это страна, в которой, значит, вот убийцы, насильники – это нормально, а нормальные люди – это ненормально. Вот. У папы единственное объяснение, которое я могу найти, это то, что, вы знаете, в этом замечательном нашем классическом советском КГБшном фильме «17 мгновений весны», который является такой классикой совка, там ведь Штирлиц, как полковник нацистской разведки, завербовал пастора Шлага. Да, и послал его в качестве значит, своего агента в Женеву. И когда мы смотрели этот фильм, то мы же говорили, ну какой замечательный пастор, вот там его Плят так здорово сыграл, да, вот какой он такой пацифист, вот он на конгрессы пацифистов ездил до нацистского рейха. Вот. И потом он поехал в Женеву. Но люди советские, и даже до сих пор, они не глубоко рассматривали, о чем рассказывал Юлиан Семенов в этом своем произведении. А произведение было такое, что, значит, западные службы, американцы, ведут переговоры с немцами, в том числе с нацистами, из службы Гиммлера, чтобы заключить сепаратный мир и закончить войну, но закончить ее войну победой западного мира. А Сталин, когда об этом узнал, он послал пастора Шлага через Штирлица не для того, чтобы содействовать этим переговорам и быстрее заключить всеобщий мир, а для того, чтобы сорвать переговоры Запада, и чтобы еще несколько месяцев продолжалась эта война, но лишь бы только советские войска вошли в Берлин как главная страна-победитель, и чтобы, не дай бог, эти немцы не сдались западному миру. И мы потом знаем, что это закончилось примерно на такой же логике. Значит, сначала была подписана капитуляция 8 мая перед Западным миром, а Сталин заставил ее переподписать 9 мая. И поэтому в Советском Союзе празднуют 9 мая победа, а не 8 мая, которую празднуют во всем остальном мире. И вот в этом фильме было, когда кто-то там спрашивает, по-моему, Шелленберг спрашивает у Штирлица, или там Мюллер спрашивает у Штирлица, а вот там, почему пастор так быстро с нами согласился работать? А Штирлиц ему объяснил, что для него это нормальное состояние, так сказать, переговорщика быть пацифиста. И вот этот самый папа – это вот то же самое. Для него нормальное состояние просто агитировать за какой-то мир, и независимо от того, какие потери, какой ценой все это дело пытаться заключить какое-то перемирие. Плюс папа Франциск, надо знать его историю, он все-таки аргентинец и левак, и церковь католическая в Латинской Америке – это почти филиал коммунистической партии.
потому что у них очень развиты социальные системы, забота о бедных, забота о нищих. Вот. И когда он пришел в Италию и стал папой, то, естественно, вот он, это такой человек, который вот тоже говорит, ну вот нельзя же этих бедных африканцев, которые там переплывают, допустим, через Средиземное море, высаживаются в Италию, но нельзя же их отправлять обратно. Вот Европа такая богатая, она должна их принимать. И в этом смысле понятно, что ему без разницы, с кем разговаривать, но лишь бы попытаться заморозить ситуацию. Но когда вы будете ему доказывать и говорить, что подождите, ваше святейшество или ваше высокопреосвященство, если заключить с Путиным сейчас перемирие, то это работает в пользу Путина. Это не мир. Это работает в пользу агрессора, который это даст ему передышку, и затем он напечатает еще там, миллион снарядов и вернется обратно в Украину уже более сильным, наштампует себе каких-то мобиков новых, то вот эта логика они не понимают или не хотят понять, или делают вид, что не понимают. Вот. Ну, а патриарх, он вообще вот просто людоед, потому что человек, который говорит, идите и убивайте своих братьев по вере и своих братьев по, так сказать, по этническому происхождению, братьев славян, для меня этот человек вообще не существует после этого дела ни в каком виде. То есть если папе еще можно найти какие-то объяснения тому, что он делает, то тому, что делает патриарх, нет никакого объяснения, и поэтому, когда папа пытается говорить практически с представителем дьявола, потому что для меня и Путин, и патриарх Кирилл – это оба сатанисты. Потому что, во-первых, они все служат культу денег, они все являются миллиардерами, все являются, так сказать, людьми, которые зациклены на получении, зарабатывании денег. Путин отстроил систему олигархическую, и хотя он говорил, что он вроде с ней борется, на самом деле он боролся не с олигархами, а он боролся с конкурентами в олигархической системе и просто стал исключительным олигархом, который получил монополию в этой системе. И то же самое табачный митрополит Кирилл, который получал монополию на импорт или экспорт, там, я не знаю, импорт табака и экспорт и импорт каких-то товаров, винодельческих товаров, и на этом зарабатывал огромные миллиарды, на этом зарабатывал огромные деньги, и все это делалось под, так сказать, благословение церкви. Для меня это, в общем, очень сложное, у меня сложное отношение к этому делу. Вернее, отношение-то у меня простое. Для меня это не является никакой ни церковью, ни верой, ни религией, ни христианством, ничего. Вот. И то, что этого не понимает папа римский, это ужас, конечно, это ужасно. Кстати, интересный факт. Не так давно швейцарские журналисты покопались в Федеральном архиве Швейцарии и нашли данные полиции о Владимире Гундяеве, который, ну вот, собственно, и есть этот Кирилл, о котором мы с вами говорим. И в этих архивах так и сказано, что он является работником КГБ еще в 1970 году, вот, когда он уже был, собственно, и церковным работником, и приезжал он в Женеву. Ну и вопрос к тому, что, да, как советский гражданин мог так спокойно еще и представитель церкви так свободно выезжать за границу и строить какие-то там связи в Швейцарии. Ну, ладно, двигаемся дальше. На этой Подождите, я на это должен отреагировать, потому что я же бывший шпион и бывший сотрудник Саши, офицер КГБ. Конечно, я это подтверждаю. На самом деле это совершенно естественно, потому что Русская Православная Церковь, когда ее там вот патриархат, который восстановил Сталин в 43-м году, он его восстановил просто для того, чтобы ему церковники помогли, так сказать, победить Гитлера, потому что он просто за коммунизм, люди не все были готовы воевать. А вот если за веру, за родину, там, и за отечество, то гораздо больше людей могло подняться. Но в любом случае, когда Сталин воссоздал патриархию в 43-м году, он немедленно
создал Совет по делам, значит, христианства, православия сначала в 43-м году, а потом Совет по делам религии, куда, так сказать, вошли все остальные религии. Потому что для коммунистов религия является идеологическим врагом. И они всегда были под надзором органов безопасности, значит, соответственно, НКВД, МГБ, потом КГБ. Вот. И Кирилл в 25 лет он стал архимандритом, а это высший сан среди монахов, который открывает путь к высшей иерархии в Русской Православной Церкви, потому что епископом, архиепископом, митрополитом и патриархом может стать только монах в Русской Православной Церкви, потому что вот батюшки, которые должны быть женатыми и могут иметь детей, они дальше благочинного подняться не могут. Вот, и когда его послали, его же, представьте себе, это не просто церковника, а врага идеологического коммунистической партии Советского Союза послали в Швейцарию на 2 года, с 70 по 72 год, и он представлял РПЦ во Всемирном Совете религий, церквей, который находился в Женеве, действительно. Вот, и, безусловно, на эту должность он не мог быть назначен иначе, как если бы он был завербован КГБ, и полностью был бы подконтролен КГБ. И потом это все подтвердилось, потому что когда развалился Советский Союз, частично архивы были открыты, и мы даже узнали, что у него есть псевдоним Михайлов, агент Михайлов, да, значит, у Алексея II, по-моему, был всегда псевдоним агент Дроздов, там, и так далее. То есть мы узнали, что на самом деле все иерархии Русской Православной Церкви, являясь официальными агентами КГБ, подписывали секретные документы о сотрудничестве и на конспиративной основе разлагали свою собственную церковь и свою собственную паству в угоду политическому органу Коммунистической партии Советского Союза и политической полиции. И теперь, когда этот человек стал, значит, патриархом, понятно совершенно, что он продолжает все то же самое. Но у него, кстати, теперь больше запросы, потому что он пытается все-таки... Извините, пытается немножко подмять под себя цивильную власть, потому что у него мечта вернуться в Кремль, в Патриаршие палаты и стать над царем. Вот у него такой даже запрос есть. На этой неделе глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко написал эссе, в котором характеризовал такие 4 основные цели Путина в контексте вот этого противостояния с Россией и западным миром в целом. И я бы хотела с вами вот одну из этих целей обсудить. Она была сформулирована вот каким образом, что Путину необходимо сформировать коалицию стран, такую коалицию большинства, как альтернативу западному, коллективному Западу, западному миру, для того, чтобы Запад оказался, ну, в некой такой изоляции, как сейчас Россия оказалась в изоляции, и для того, чтобы Запад оказался вот перед этим выбором, либо продолжать как-то функционировать в этой изоляции, либо договариваться с Россией для того, чтобы быть частью вот этого вот большинства. Как вы считаете, это... адекватный сценарий, он может реализоваться? Это реальный сценарий, потому что действительно руководитель украинской разведки пишет то, что знает. И, так сказать, мы ему в этом смысле можем доверять. Вот, хотя, в общем, я, конечно, по старой привычке никому не верю на слово, но тем не менее здесь видно, что Путин этим занимается, потому что Путин этого не скрывает. То есть в этом смысле здесь нет никакого секрета, просто разведка выступает еще как аналитический орган, и вот данная записка, которую опубликовал Литвиненко, это аналитическая записка, ну, которую мог опубликовать любой другой институт научно-исследовательский. Просто разведка этим тоже занимается. Она собирает информацию, сводит ее, и тогда, когда эта информация не секретна, тогда, когда она не представляет опасности для национальной безопасности Украины, ее можно опубликовать, и в этом смысле к разведке прислушиваются. Такими же вещами, кстати, занимается ЦРУ. ЦРУ каждый год публикует даже геополитический такой прогноз на следующий год. Это пользуется очень большим спросом. И пыталась российская разведка при Примакове публиковать такие доклады, но он публиковал только один, а дальше все это дело заглохло,
это и дальше не прошло. А при Путине Нарышкин, как вы сами понимаете, никаких докладов написать не может, потому что он слишком занят зарабатыванием денег, бабок со своим сыном и со своими родственниками, продавая им сельскохозяйственную продукцию страны НАТО. Вот, это заявка Путина на разложение западного мира и, скажем так, на изоляцию западного мира. И это, в общем, ну, скажем так, борьба с ветряными мельницами. То есть на самом деле из этого ничего не получится, потому что, хотя есть некое противоречие между золотым миллиардом западным, то есть миллиард людей, которые проживают в западных странах, в богатых странах западных, и 7 миллиардов остального населения Земли, которые проживают либо в средних странах, либо в нищих странах. Это противоречие, естественно, оно органично. Но проблема не в этом. Путин пытается бороться с Западом, который, во-первых, обладает финансами большими. Ну, Путин говорит, что вот мы теперь, если мы объединимся среди нищих или средних, то мы можем даже стать богаче, чем тот самый богатый Запад. И в этом смысле он не совсем не прав. Другое дело, что это объединение, это на самом деле не организация никакая, это просто клуб. Вот БРИКС это просто такой клуб по интересам, где раз в году можно собраться, выкурить там по трубочке, попить там чаю какого-нибудь, или там, я не знаю, там виски, коньяку, чего-нибудь, и поговорить, так сказать, типа вот мы как мы могли бы там себя противостоять этому самому коллективному Западу нехорошему. На самом деле, никакой Китай с Путиным никогда объединяться не собирается, по-настоящему. Никакая Индия с Путиным объединяться не собирается и с Китаем объединяться не собирается по-настоящему, потому что индусы ненавидят китайцев, а китайцы ненавидят индусов. Они между собой не могут поделить, кстати, Азию, потому что каждый считает, что они старше, богаче, умнее другого. И в этом смысле это лебедь, рак и щука, которые, значит, так сказать, пытаются запрячься в одну повозку, или как там у Пушкина было, не можно, запрячь не можно, осла и трепетную лань, и что-то в этом роде, да, значит, вот Путина осла и трепетную лань какую-нибудь, я не знаю, там, Южную Африку или там Бразилию, вот, и самое главное другое, что на самом деле это попытка Путина, который экономически не представляет из себя вообще ничего. То есть это Российская Федерация – это 2-3% мирового ВВП. Это, да, большой ядерный потенциал Советского Союза, а во всем остальном это абсолютно неэффективная и очень неэффективная страна и очень маленькая экономика. И поэтому он пытается сподвигнуть Китай, Индию и Бразилию, и теперь к ним еще добавить еще несколько богатых стран, более-менее среднего уровня, там, типа Саудовской Аравии, Египта, там, какого-нибудь там Алжира, чтобы создать некую коалицию против Запада. Но проблема заключается в том, что все инновации идут из Запада. И можно против Запада восставать, но, скажем так, ну, назовите мне Нобелевского лауреата из Китая. Назовите мне Нобелевского лауреата из Южной Африки, из Бразилии или из какой-нибудь арабской страны. Арабские страны вообще, кроме арабских цифр и какого-то там вклада культурного арабского мира в эпоху Возрождения, когда вот там была математика, там были, значит, науки развивались. В остальном арабский мир не дал никаких инноваций миру. Они все пользуются американскими айфонами, пользуются американскими айпэдами, пользуются американской технологией, японской технологией, южнокорейской технологией. И Китай, даже тот Китай, который стал теперь довольно развитой державой, Индия стала космической державой, вполне себе приличной, даже лучше, чем Российская Федерация, тем не менее они не смогли создать ничего своего.
И вот когда американцы начали закрывать свою технологию, то китайцы тут немедленно сразу изменили, кстати, гнев на милость. И Си Цзиньпинь, даже прежде чем поехать на саммит АТЭС, он говорил, что нам хватит всем места, земля большая, и давайте жить дружно, и не надо нам ругаться, потому что он понял, что Китай без американской технологии передовой, Китай будет ничто. И если взять, допустим, чипы, производство чипов тайваньское, и перебазировать их в Японию и Соединенные Штаты Америки, то если Китай завоюет этот островок, он ничего от этого не получит и убьет, наоборот, значит, индустрию, передовую индустрию тайваньскую, потому что коммунизм и передовая индустрия несовместимы, доказано уже всей историей. Вот. А у Путина, Путин просто пытается, сам-то он ничего сделать не может, его никто не слушает. Его слушают только тогда, когда он гадит соседям. Да, вот когда он гадит в Грузии, гадит в Украине, гадит в Сирии, еще где-то гадит, гадит через Хамас в Израиле, к нему начинают все-таки прислушиваться как к городскому сумасшедшему, который просто может взорвать нам дом, потому что поднесет спичку в газовой горелке, и весь дом взорвется. Вот. Но сам по себе он создать никакой положительной модели не может. И самое главное, что вот эта вся телега, в которую запряжены, значит, лебедь, рак и щука, она не сможет создать никакой модели, которую предложить миру. То есть вот Путин говорит, многополюсный мир, но ради бога, он и так существует, потому что стран существует в Организации Объединенных Наций 192 штуки, и каждый из них может претендовать на какой-то свой там полюс в какой-то своей области. Другое дело, что стран, которые определяют политику или, скажем так, определяют образ жизни, определяют прогресс, движение прогресса вперед, их на самом деле не так много, и Российская Федерация не входит в их состав. Вот вы, кстати, сказали про то, что все технологии Запада. Была вот буквально на днях новость о том, что Путин выступал на каком-то айтишном форуме и сказал, что России надо бы создать свой искусственный интеллект, потому что западный искусственный интеллект русофобский и не исповедует традиционных ценностей. Так что... Но, вы знаете, это то, что говорит Путин, это просто это глупости чаще всего, благо глупости все в лучшем случае. Вот, и в любом случае, если он за 24 года, при том бабле, которое на него свалилось с неба просто, которого не было ни у одного генсека ЦК КПСС, ни у кого, ни у одного царя российского, не смог создать, сделать из России приличную, цивилизованную, нормальную, добропорядочную страну, то он может разговаривать о чем угодно, как угодно. Это все вот когда он... Самое главное, что Путину удалось, это внести разброд и шатание во всю мировую политику и развалить, кстати, собственную страну. Потому что если искать самого большого русофоба на планете, то им является Путин. Потому что Путин украинскими руками убил уже 320 тысяч россиян, поранил почти миллион россиян, убил российскую экономику, заставил, приблизил НАТО к границам России за счет Финляндии и Швеции, вот, и так далее и тому подобное. То есть большего русофоба, чем Путин, на планете поискать надо. Вот вы вспомнили о том, сколько было убито россиян руками украинских защитников. Тут и вы до этого вспоминали также, что Путин уже и некрофилов, сатанистов и людоедов помилует, да, помилую, да, по-русски тяжело сформулировать тогда мысль, извините. И вот одна из последних таких новостей была о том, что действительно помилован уже второй людоед, то есть это был какой-то убийца, который рецидивист, несколько человек своей жизни убил, последнего человека убитого частично еще съел, и журналисты там по каким-то разным деталям определили, что сейчас он находится в российской армии и, скорее всего, где-то там на фронте в Украине. И очевидно, что таким образом российская власть избавляется от каких-то маргиналов, ну, они будут все, скорее всего, перемелены где-то там на наступление. Но вот вопрос какой? Они же представляют опасность и для российской армии, потому что такие люди, они могут и убить кого-то из своих, и не только убить.
съесть. Да, да, конечно. Но вы знаете, это самая маленькая опасность, которую они представляют, потому что все-таки те люди, которые на фронте находятся рядом с ними, они все вооружены, и там они могут им дать отпор, соответственно, вооруженный отпор. Хуже другое. Хуже то, что они таким образом, пройдя через этот фронт, получают прощение, и многие из них даже становятся какими-то героями, получают какие-то медали, и вдруг возвращаются обратно туда, откуда они уехали убийцами, насильниками, сатанистами, некрофилами и людоедами. И их там нельзя больше даже критиковать, потому что если вы начнете к ним плохо относиться, то вас могут посадить в тюрьму за дискредитацию российской армии. И таким образом Путин на самом деле запустил механизм совершенно ужасного распада России изнутри, потому что еще больше того, вся правоохранительная и судебная система Российской Федерации потеряла смысл в результате этого дела. Путин этого не понимает, он полный идиот, потому что, конечно, у него, он сказал себе, у нас безвыходная ситуация, вместо того, чтобы посылать молодежь из Москвы и Ленинграда, перемалывать, чтобы украинцы их перемалывали на своем фронте, мы будем посылать туда быдло, и в том числе вот этих самых отморозков из российских тюрем. Но ведь эти, так сказать, отбросы российские, они попали в эти тюрьмы в качестве справедливого наказания за то, что они сделали. У них есть какие-то жертвы, у них есть, там есть какие-то семьи этих жертв. И для них понятно было, что человека, когда этого человека, ну, условного человека, потому что такого индивида трудно назвать человеком, да, когда этого индивида запирают в тюрьму, это все-таки есть какая-то справедливость, какая-никакая. А затем, когда Путин взял и стал выпускать их и отправлять на фронт, а после этого они становились героями и орденоносцами, вдруг появился вопрос, а зачем тогда их вообще ловить, зачем их сажать, потому что в этом нет потребности, потому что можно сразу их посылать на фронт. И, кстати, это уже началось. То есть уже какие-то вот сейчас последственные, их не стали даже доводить до суда. А если человек не осужден, то, значит, он не является преступником. И, значит, жертва не получает, по крайней мере, признания как жертва преступника. И Путин таким образом запустил жуткую совершенно мину замедленного действия под всю судебную и правоохранительную систему Российской Федерации. И в государстве, в которой не работает справедливая система наказаний и справедливая система расследования этих наказаний, осуждения и затем отбывания их, разрушается полностью государство. И вот этого Путин, по-моему, абсолютно не понимает, что в долгосрочной перспективе страна, в которой не работает юстиция и правоохранительные органы, в угоду просто такой оперативной необходимости набрать каких-то уродов, там 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч для того, чтобы заткнуть дыру на фронте, это совершенно жуткая вещь. Ни в одной стране на самом деле людей, осужденных, в армию не берут. Это правило, потому что армия – это совсем другое дело, им же дают оружие, раз. И самое главное другое. Во всех цивилизованных странах существует запрет на насилие. Единственный институт, которому разрешено официальное насилие, является государство. Государство является механизмом насилия. Но у него легальное насилие. То есть они говорят, что мы используем это насилие ради общества, ради блага всех. И поэтому всем остальным запрещено, кстати, и государственными институтами, законами, и моральными, этическими положениями, и церковными законами. Да? Не убий, не укради, значит, заповеди церковные, христианские, но такие же заповеди существуют и в мусульманском мире, в мусульманских религиях, в верованиях и так далее. И тут вдруг, когда наступает война, то государство говорит, что я передаю вам, делегирую право на насилие от моего имени. Но это возможно, когда на вас напали, вы защищаете свою страну. И тогда в виде исключения
вам могут сказать, что да, вот на вас напали, и единственным способом остановить агрессора и защитить собственную страну является убийство. Вот то, что сейчас происходит в Украине. Ваша армия, вот такая армия, да, которая, у вас есть агрессор, который зашел на вашу территорию, который вас бомбит, убивает, насилует, и поэтому вы приступаете через обычные запреты, которые существуют в обществе, для того, чтобы остановить этого агрессора и выкинуть его со своей территории. Но в Российской Федерации нет этой агрессии. То есть они ведут агрессивную страну и агрессивную войну. И плюс к тому же они снимают запрет на это насилие с тех людей, которые сидели за это насилие в тюрьме, которых наказывали за это насилие в тюрьме. И таким образом получается абсолютно шизофреническая, сумасшедшая ситуация концлагеря, помноженного на психиатрическую лечебницу, из которой убийц и сумасшедших выпускают, чтобы они продолжали убивать и творить всякую гадость, но во имя защиты Путина и его режима. Это разрушает абсолютно всю страну, и Российская Федерация не сможет пережить такое потрясение. Я думаю, что, конечно, она развалится как страна. Хорошая новость для нас, скорее бы, конечно. Хотела еще поговорить с вами о похищении украинских детей россиянами. На этой депутат Госдумы Сергей Миронов и его жена забрали из Херсонской области, из больницы, годовалую девочку, усыновили ее, поменяли ей имя, и там с помощью журналистов-расследователей эта история всплыла на поверхность, и оказалось, что это такая первая публичная история, что к депортации детей причастны, ну, к депортации, к усыновлению, скажем так, причастны такие высшие эшелоны российской власти. И я тут так, мне стало интересно, а что вообще происходит в детских домах России? По состоянию на 2021 год была статистика, что в детских домах России было около 37 тысяч детей. Понятно, что вот эта вот парочка депутата Госдумы, и, кстати, жена его тоже там работает в аппарате Госдумы, они себя подвергают риску того, что будут выдан против них арест, ордер на арест от Международного уголовного суда, как это уже произошло с Путиным и его уполномоченным по правам человека Львовой Беловой. Зачем им это? Почему они не усыновляют своих детей? Своих не ищите логику. Не ищите, не пытайтесь найти логику человеческую в головах этих уродов. А зачем Российской Федерации нужны украинские земли, при том, что у нее 17,5 миллионов квадратных километров, из которых не освоено 15. 15 миллионов негодны, не освоены территории Российской Федерации для проживания ее населения. И они захватывают ваши территории. Вот опять же, это та же самая логика. Зачем забирать украинских детей, если свои находятся в домах? Вот если бы у них не было ни одного детского дома, если бы все эти 33 тысячи детей были бы усыновлены, значит, россиянами, тогда можно было бы думать, а вот давайте будем там еще смотреть, кого мы можем усыновить еще из-за границы. Ну, вы абсолютно правы, но здесь логики человеческой абсолютно нету. У Путина вообще никакой логики нету. Он же борется против расширения НАТО и в результате получает расширение, значит, Финляндии и Швеции. Все, что он делает, абсолютно лишено обыкновенной нормальной человеческой логики. И в этом смысле это еще и к тому же не только лишено логики, но и лишено еще здравого смысла и просто инстинкта самосохранения, потому что, как вы правильно говорите, если бы они там, я не знаю, надругались бы над каким-то там ребенком российским, то это можно было еще замять. А вот то, что они сделали с усыновлением украинской девочки, они, кстати, изменили ей еще и место рождения, да, то есть она уже родилась не в Херсоне, не на Херсонщине, она родилась там в Подольске где-то там, да, и ей изменили даже место, то есть там вообще подделка документов. То есть это воинское преступление по Женевским конвенциям. То есть и больше того, вы знаете, даже это, вот эта вещь, кстати, является составляющей части геноцида, потому что когда
детей в стране, против страны, против которой идет война, их крадут и их усыновляют, это составляющая геноцида. Таким образом, вы уничтожаете нацию, с которой ведете войну. И у них нет даже инстинкта самосохранения. Ну вот, и вот, ну, откровенно говоря, для нас, и слава богу, что у них нет инстинкта самосохранения, потому что это всплыло. И теперь я жду, действительно, когда будет, значит, следующий ордер. Точно так же, как я жду ордера теперь для Лукашенко, потому что еще параллельная была история, опубликована была тоже на этой неделе, на прошлой неделе, где было доказано, что Беларусь соучаствовала с Россией в краже детей, соучаствовала в изъятии украинских детей на территорию Беларуси. Так что в этом смысле у них нет инстинкта самосохранения, и я надеюсь, что они все понесут заслуженное наказание перед Уголовным международным судом в Гааге. Хотела еще про Пригожина с вами поговорить. Не знаю, имеет ли значение сейчас уже эта история, с учетом того, что мы знаем, как вся эта эпопея развязалась не лучшим образом для него. Но вот The Moscow Times, есть такое англоязычное русское медиа, которое сейчас, главный офис которого перенесен за границу, они публиковали расследование, информацию на основании своих источников о том, что Пригожин хотел организовать выступление в парламенте России 22 июня с критикой высшего военного руководства Российской Федерации для того, чтобы, вот мотив мне заинтересовал, для того, чтобы вернуть расположение Владимира Путина. И спикер Володин ему в этом отказал, но потом какой-то дружественный к нему депутат все-таки организовал этот круглый стол, назначенный на 22 июня, как я уже сказала. Ну, почему-то он не пришел на этот круглый стол, а то, что произошло 23-24 июня, нам всем известно. Вот по вашему мнению, о чем эта история? Эта история интересная, потому что сейчас всплывают детали, да, как он к этому шел, потому что на самом деле там была довольно длительная процедура становления Пригожина из просто бандита и просто кошелька Путина политическим деятелем, который претендовал на политическую роль, в частности, на первую главную политическую роль, то есть он собирался становиться президентом Российской Федерации. И реально он даже стал президентом Российской Федерации де-факто, потому что когда ему Путин не запретил делать то, что он делал в течение 10 месяцев, то практически Путин отказался от собственных президентских полномочий, потому что он должен был Пригожина посадить в тюрьму в сентябре 22 года, когда первый раз Пригожин открыл свою грязную пасть и обматерил Шойгу и Герасимова на фронте. За такую вещь на фронте расстреливают без суда и следствия. Путин это съел и таким образом перестал быть президентом. Таким образом, Пригожин, который начал выкладывать видео, стал де-факто единственным рупором, на самом деле, и главным конкурентом генерала Коношенкова, потому что он рассказывал интереснее, он рассказывал забойнее. И дальше он так увлекся этой вещью, что у него появились политические амбиции откровенные. Его стали приглашать, ему, кстати, ЛДПР предлагал стать новым Жириновским, но ему показалось этого мало, он считал, что он заслуживает гораздо больше. Он им сказал, что мне ваша старая партия ЛДПРовская не нужна, если мне понадобится партия, я сам с ее создам. Вот. И он начал прорабатывать создание своей политической партии, ездить, кстати, с конца мая и 3 недели июня, он ездил по регионам, он разговаривал с губернатором, он разговаривал с министрами, со службистами, с генералами и так далее, и констатировал, что у него есть огромная поддержка. Вот. И дальше вот была такая у него, значит, задумка, что 22 июня сделать себе такую раскрутку уже на трибуне Государственной Думы, и все, и это все дальше после этого дела уже прямая дорога в кандидаты в президенты, потому что Путина никакого нет. Вот. И дальше произошло для Путина еще хуже, потому что если бы Пригожин просто выступил бы в Государственной Думе, это было бы неприятно, но еще бог с ним. А дальше Пригожин показал, что Путина никакого нет как президента. И что самое главное, что у Путина нет никаких 82% его поддержки, что у Путина нет никакой партии «Единая Россия», и вообще за Путина никто не вышел
значит, его поддерживать и его там защищать. Вот. И этого, конечно, Путин не мог простить Пригожину, но вся история, которая, вот вы сказали, что теперь вроде бы все устаканилось, да ничего не устаканилось на самом деле, да, потому что вот, кстати, в сети вагнеровцев, которые до сих пор существуют, социальные сети, телеграм-каналы и так далее, они вот совсем недавно, 23 числа, опубликовали 23 ноября, что вот уже прошло 3 месяца после, значит, убийства Пригожина, и ни ГУГУ, ни Следственный комитет, ни Главная военная прокуратура, ни Генеральная прокуратура, ни ФСБ, никто ничего не опубликовал результаты расследования. Мы не знаем, они не знают, в смысле, писали, что они не знают, что там они себе думают, но в любом случае в этой сети, там, среди вагнеровцев каких-то, их там немного осталось, но они все-таки есть, они сказали, что мы будем ждать, и мы добьемся официального расследования и отомстим еще за Пригожина. Это первое. Второе, генерал СВР и Валерий Дмитриевич Соловей утверждают, что Пригожин жив, живет в Венесуэле, пьет коктейли «Маргарита» и ждет возможности вернуться в политическую жизнь Российской Федерации и свести счеты со всеми, кто попытался его убить, а убил только его двойника, а на самом деле живой Пригожин есть. И я вообще говорил, что у Путина Пригожин останется кошмаром постоянным до конца жизни Путина. Потому что вот этот Пригожин, которого не показали никому, да, потому что сказали, что там никаких частей не осталось, там руки, ноги, все разлетелось на 20 километров, вот, и там собирали, ну, то есть, и даже сделали экспертизу. Но экспертизу, кстати, Следственный комитет, ведь я вам напомню, как он написал тогда, это было в воскресенье 27, по-моему, августа, он написал, что все 10 тел соответствуют полетному листу. А в полетном листе числился Евгений Викторович Пригожин. А я вам напомню, что людей, у которых был паспорт на имя Евгения Викторовича Пригожина, в компании «Конкорд» было 4 человека. Официально были 4 человека. Что Пригожин взял 3 сотрудников своего «Конкорда» и через суд заставил их изменить свои паспортные данные. Поэтому то, что сказал тогда Следственный комитет, он как бы подтвердил версию генерала СВР Соловья и сказал, что настоящего Пригожина на самом деле в самолете не было. Вот, так что вся эта история совершенно не закончилась, и она для Путина политически будет продолжаться до скончания века. Хорошо, будем наблюдать тогда за этой историей. Может быть, будет она как раз к следующему Дню независимости Украины очередное явление Пригожина с таким походным маршем на Москву. Посмотрим. Спасибо вам большое, нет, господин Соловей. Нет, я думаю, что раньше будет. Это было бы не к Дню независимости Украины, а к... Нет, к дню выборов Российской Федерации в марте месяце. Может, даже, да, такой кандидат будет зарегистрирован с фамилией Пригожина. Спасибо вам, Сергей, за вашу аналитику, за вашу интересную информацию. Я нагадаю для наших глядачів, що з нами був колишній офіцер КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії і спеціаліст з міжнародних відносин Сергій Жирнов. Обов'язково поставте вподобайку нашому гостю, подякувавши таким чином йому за його час. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. І обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи живий Пригожин, чи не живий вже, ну і взагалі про всі теми, які ми сьогодні обговорювали. Було би дуже цікаво нам дізнатися вашу думку, до того ж ми ці коментарі читаємо. Ну і традиційно до наступних зустрічей на Фабриці новин.